Презентация книги Ашима Жылкайдарова прошла в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Она называется «Есенгелде елем Аксу аулым». Это первая серьезная работа автора, которая посвящена его малой родине. Поддержать писателя пришли коллеги, друзья и односельчане. Побывала на мероприятии Дарья Пышмынцева. Учитель математики, общественный деятель, сейчас пенсионер. С появлением свободного времени Ашим Жылкайдаров начал работу над книгой, которую посвятил родному селу – Аксу в районе Шалакына. На протяжении нескольких лет буквально по крупицам писатель собирал необходимые материалы. 3 года я искал, в архивах бывал нашего района и области, и данные собирал. Пришлось искать фотодокументы, другие показания, те очевидцев, которые знали про наш аул. В книге собраны биографии великих людей. Писатель выпустил ее в год юбилея села. 30 июня Аксу исполнится 90 лет. Поддержать автора приехали его друзья и коллеги. Человека судят по его родине, гласит народная мудрость. Я очень рад за моего друга, коллегу, односельчанина. Ему удалось собрать в одной книге множество интересных фактов о выдающихся личностях из нашего села. Тираж книги составил 170 экземпляров. Несколько из них автор подарил гостям презентации. С новинкой можно будет познакомиться в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Дарья Пышмынцева, Адиль Нуржанов, новости МТРК.